Привет всем, ребят. Еще раз привет. Отрубился интернет. Проблемы какие-то со связи были. Заново, короче, запустить все и, собственно, продолжаем. Октава, привет. Привет, Октава, еще раз. Собственно, что? Пока я тут возился с интернетами своими, обработался камень. Что он дает? Эй, взял, смылся. Погоди. То, что обработалось, это куда делось-то? Просто никуда и все. Ладно. Давай посмотрим по заданию. Так. Нет, ни хрена. Найдите и используйте образцы для исследований. Изучите образцы естественным образом, появляющиеся на растениях и камнях, поверхностях. 10 штук. Куда-то надо бежать, короче, и смотреть. Смотреть, короче говоря, все-таки почему? Почему это падло? Вот он обработал. Поместите предмет в камеру и все. А другие задания выполнились, нет, насчет изучения предметов? Может, я уже что-то сделал и не знаю. Нет. Ага, получите еще 200 байтов. А, ну это понятно. Мало генератор, не то. Инструменты ни хрена. А вот и образцы Октава, надо. Октава. А и понятно, что отключился интернете. Да, отключился. Изучите образцы естественным способом. А такой способ, он, короче, не катит, да? Ладно, пойдем тогда вот куда-нибудь вот в эту сторону, где я этот опор и ставил. Тут, я смотрю, там еще кислород валяется. Ну, куда? Туда или сюда? Давай сюда. Я уже забыл, как эти образцы в байтах именно выглядят. Давай так. Чик. Чик. Все, кончились. Вот, кстати, последний кислород, по-моему. Или еще есть? Не знаю. Пойдем до того модуля, прогуляемся. Может, там что есть. Что это такое? Исследовательское пособие Exodynamics. Прибор для полевых исследований. Вложить какой-то ресурс. Да, тут их до хрена. Кстати, вон, я смотрю, вторая еще. А где же эти байты искать? Вот они там в прошлый раз были где-то просто вот на скалах. Пойдем в ту сторону, я не знаю. Керемьилдис, перезвлив.
Да, этот, как видишь, отрубили интернет, пришлось заново запускать трансляцию. Такое бывает, это Россия. Все, у меня кислород кончился. То есть, если я сейчас что-нибудь с кислорода не найду, будет попадос. А, кислород. Немного, но все равно. Че, опору-то уронил? Давай-ка я сюда. Много лишнего собирается, я смотрю. Это прям ни к чему. Соединение готово. Пору здесь бах. Чуть-чуть пониже. Бля, как эти байты выглядят? Они помнят то, что как на цветы похоже немного. Но вот не вот это же совсем. Подожди, может вот это? Стой. Образец для исследования. Вот, 36 штук. Так, главное... Еще образец. 44, 2 из 10, ну все отлично. Короче, я разобрался, как эту херню. Просто любую получается, да, я могу? А, камера исследования нужна. Не каждая я могу получить исследование, но приблизительно понятно, короче. На куда наводится, то и можно мутить. Так, органика не нужна. Органика досвидули. Давай делаем еще опоры. 2 из 10. То есть надо еще прилично тут так пособирать. Идем куда-то в чащу леса. По-моему, я очень часто опоры ставлю. Не экономлю. Так, тут получается у нас зимний какой-то биом. Это изучить. Стой. Камера исследования нужна. Вот он. Вот эта хрень. Так. Малахит, по-моему. Чик. Стой. Он еще есть. Перевести. Надо где-то тут он покрутиться, и стопудово они где-то рядышком прям все. Вон еще вижу. Так. 5 из 10, по-моему. Бля, куда ты покатился-то вообще? Так, вот в эту сторону пройдемся. Блин, вот эти штуки, они сливаются очень. Все, опоры кончились. Давай еще это делаем. Так, опоры тут. Ни хрена я на них не экономлю. Давай поищем просто без опор. Рискнем, конечно, задохнуться.
что делать. Тут у меня просто кислорода на все не хватит. О. 6 из 10. Ну как раз 7 8. 9. На детальки из лего похожи эти штучки. Нет, все, надо возвращаться. Надо возвращаться, я сейчас задохнусь. Где опора? Вот они. Так, отдышимся. Последнее. Надо последнее найти, и где-то тут. Я не вижу. Давай-ка мы кислорода чуть пособерем. Я думаю, если копнуть, то тут он еще валяется. Да, тут его много. Оу. Вот до хрена просто. Так, я выберусь хоть отсюда. Блин, походу нет. Копаем так под углом. Все, вырос. Так, загруженность. Он, нихрена я накопал. Как следует накопал. Аж две ячейки пустые остались. Давай, ищем. Последнюю. Какие неприметные, кстати, сказать. То, что надо прямо вот каждый камешек углядываться. Пойдем наверх поднимемся. Куда-то сюда. Главное не забывать ставить опоры. Иначе будет попадос. Да, вот оно. Все. 10 образцов собрано, надо назад. Возвращаться. А, я так и думал, что я в свою пещеру мне не попадусь. Здесь все перекопано. Ладно, от своего пути не от этого далеко не отходить, иначе труба тебе. Можно просто застрять между камней и там упасть в какую-нибудь пещеру и все, ты покойник. Ты задохнешься и так далее. Короче, опоры тут основной ресурс, именно кислород. Шарики, пузырьки там, ну это просто тут в этой игре называется соединение, но можно просто называть кислородом. Тут, конечно, в округе некоторые ямки позарывал, но ладно. Пока особо жить они мне не мешают. Так, смотрим по заданию, что. Ставлю-ка я здесь. Тихо. Раз. Два. Три. Я тут склад уже, короче, забит. А нет, смотри, еще одна. Но с одной ячейки можно, в принципе, прилично так опор этих сделать. Там два или три раза, по-моему, я подходил, делал. Так, смотрим по заданию. Октава, октава. Смайлик. Ты чё, Октава, уже сходил на, этот, на плавание, что ли? Как-то быстро. Или для меня просто уже время никак более незаметно летит. Кинопредира. П.
пью пиво с рыбой, меня днюха. О, Серега, поздравляю, сколько тебе стукнуло нынче. Так, плавление металла. Октава. Нет. Мастер распаковки. Разблокировать исследование. А как я? Октава. Я был занят игрой. Получите еще. Кинопредира. 36. Угу, 36. Отличный возраст, я скажу. Поздравляю, с днем рождения тебя, мужик. Кинопредира. Спасибо. Так, мне за это опоры дали. Я смотрю. Три раза аж. А я могу их в ячейку? Да, слушай, я две ячейки прям могу себе забивать. И неважно чем, тут фонарик будет стоять или вот здесь будут опоры стоять, неважно. Слушай, полезная хрень. Игра мне все больше и больше нравится. Так. По заданию. Бонус 500 байт. Напечатать и подключить малогенератор для питания сети. Ну, давай. Кинопредира. Еще б жениться. Ой, да нахрен она тебе надо, Серега. Это такая ёба. Не торопись. Все там будем, конечно, но не торопись. Давай смотрим, еще можно генератор залепить. Опоры, принтер большой. Сенсорная дуга, блядь, тут всего столько дохуя, это просто пиздец. Опоры, генератор, вот, стой. По заданию, что там у нас? Активных нет, кстати, заданий. Давай вот этот будем отслеживать, типа того. Так, напечатать и подключить малогенератор для питания сети. Хорошо. А на чем вот? Кинопредира. Ты был там уже, каково это? Да, я сколько мы с женатым были, короче, по-моему, года полтора или два, что-то такое. По-моему, полтора. Я потом пошел на развод под. Че это такое? Че хорошего? Надо сначала вместе пожить, просто вот обычным гражданским, чтобы понять, стоит ли вообще расписываться. Так, соединение. Изучено. А как это сделать? Точнее, на чем это сделать? Давай-ка вот здесь посмотрим. Октава. Кинопредира, поздравляю с днем рождения, смайлик. Так, генератор кислорода. Малый контейнер. Забываю, что надо сделать. Малый генератор. Это просто генератор. Надо малый генератор. А чем он делается тогда? Может быть тут? Камера исследований нет. Платформа, кстати, вот платформу можно замутить. Нет, не здесь. Бля, где он делается тогда? Здесь он просто исследуется. Может быть, в самом рюкзаке? Фильтр кислорода. Малый контейнер. Малый генератор. Вот тебе, пожалуйста, я его, блядь, там ищу.
Давай, делай. Тут прям надо нюансы все учитывать, что у тебя где делается. Где он? Почему? О, генератор. Так. Ну, допустим, сделал я малый генератор. Смотрим. Напечатать и подключить малый генератор для питания сети. Его просто подключить надо. Еще приебнем куда-нибудь. Давай тут. Ну, что не подключил? Все. Так, это можно забрать. Чё ты сделал? Малая батарея. Кинопредира. СПС, у меня руки жирные от рыбы. Лучше посмотрю. Ну да, лучше не пить. Хреново то, что нет этого голосового набора. Так сидишь, что-нибудь точишь там, трепишься, как бы, и нормально. Не за тебя все печатают. Ну, типа, руки, вот они. Печалька, да? Что такого нет? Нет пока. Полностью зарядите батарею. Это на что? Это заебань. Батарея? Маленькая батарея, да? Все в кабеля, блядь. Пиздец. Ага, ждем. Я бы ее даже куда-нибудь подальше бы отволок. Мне надо отсоединять, походу. А нахрена мне эта батарея-то? Какой-то, видимо, ресурс, наверное. Что-то я не знаю. Давай-ка мы чуть-чуть в сторонку ее, чтобы она не мешалась. А то сейчас тут черт ногу сломит. Бля, куда тянется, наверное? Нет, смотри-ка. Вилка, розетка, все работает. Кинопредира. Да жаль, поэтому не сделал алко-стрим в честь днюхи. А ты думал, короче, нашвыряться и чтобы не печатать, что ли? Я не понимаю. Алко-стрим, конечно, штука забавная. Так, полностью зарядите батарею. Батарея сохраняет энергию и обеспечивает бесперебойное производство. Забираем. Чё? Ничего не прислали. Так. Инструменты нет. Ищем литий. Соберите литий. Для изготовления больших батарей нужен литий. Я вот не понимаю, как эти, ну, то есть тут несколько одновременно идет линий сюжета, потому что тут и плавление металлов, и батареи мне запрягает делать. Наверное, это как бы надо все, естественно, переделать. Вот только какая последовательность, я не пойму. Вот насколько я посмотрел, короче, инструменты, чтобы сделать, нужна печка там, хуечка, вот это вот всякое поебень, это не работает пока. Плавление металлов. Нам плавильную печь, допустим, чтобы плавильную печь забодяжить. Сейчас вот это дело скрою. Пу-пу-пу. Маячок. Вот попробуй еще найди среди вот этого всего плавильную печь. Она же еще вот здесь тоже. Генератор кислорода, авторука. Интересно, она может сделать автодрочку?
Ну или типа двойной голландский штурвал там. Это когда две руки там друг друга надрачивают. Тоже прикольная штука. Убежище, принтер. Бля, можно как-то в поиске вот это вот вбить, я не знаю. Динамеется. Надо посмотреть, короче, где печку. О, гидрозиновый джетпак. Можно летать потом. Прикольно. Модификатор, силовые ячейки, маячок. Блять, а где печка-то? Шреддер. Шреддер, наверное, переделывает. Как он переделывает. Разбивает утиль, лом, металлолом и так далее. Кинопредира. Ничего не понимаю, но очень интересно под пивом. Нихуя не понял, но очень интересно. Фишка игры в том, то, что тебя выкидывают. Оно, кстати, можно и онлайн там в кооперативе лобать. Тебя выкидывают на планету. Ты можешь, короче говоря, из разных ресурсов сделать одно, другое, третье и так далее. Там вплоть до буровой установки, блядь, самоходной себе захуячить. И фишка в том, то, что нужно добраться до центра планеты. Таких планет будет несколько. Там, если тебе ресурсов не хватает, мути ракету, лети на другую планету, собирай там ресурсы, возвращайся обратно, доделывай то, что надо там, и потом забуриться, насколько я понял, ты должен забуриться вглубь планеты, взять какой-то артефакт, и потом в каком-то помещении эти артефакты как-то выставить по прямой, и типа вот конец игры. Сколько этих артефактов, по-моему, 9, что-то такое. Кинопредира. Вспомнил эту игру. 16-го года. Она вышла в 16-м году, но разрабы ее постоянно на протяжении уже сколько, 4 лет ее поддерживают. Всякие там эти мутят обновления и так далее. Кстати, вот удлинители. Медь нужна. Попробуй, блять, ее еще найди. Разветвитель. Нет. Генератор. Ветротурбина, средняя батарея РТГ. Генерация энергии. А где сраная печка? Высокий склад, амбар даже. Вот он, трактор, тут прицеп. Гудок для багги, подъемник. То есть тут можно, ебаный смешной, сколько чего сделать. Вон буры тут, третий уровень бура. Двигатель гидрозиновый, блин. А где печка? Упаковщик. Опоры. Фильтры. Кислородный бак. Передвижение генератора кислорода. Малый контейнер, маячок, фонарь, сигналь ноги, прожектор. Генератор, ячейки, малничные. Все хуйня, Миша. Модификатор, ингибитор. Твою мать. По заданию мне бы надо вот бур сделать, модификацию. Но это потом. Малый гудок труба. Нахрена это? Фигура. Ландшафт, сканер зондов. Принтер. Шреддер. Полевое убежище. Рука. Тут очень дохуя, короче говоря, можно что сделать, это я точно понял. Но поиск предметов, создание очень неудобно. Вот форма. По крайней мере, я еще не привык к нему. Бежище. Сука, а где печка-то эта сраная? Это ход, блядь, большой. Я понимаю, то, что тут все, конечно, это очень охуенно сделано. Но, ребят,
Стой. Вот оно, наконец. Соединение и смола. Две штуки. Длинная печь. Теперь надо подумать, короче, как это все дело замутить. Изучить-то я ее вроде изучил. Большая платформа. Принтер, плавильная печь. Две смолы надо. Я понял вас. Я понял вас. Все было тихо, вот тут есть. Раз. Чик. И сюда. Раз. Подожди. Можно же просто вот открывать, да, плавильную печь. И мути. Он сразу собирает эти ресурсы. Как-то бы, конечно, покомпактнее все это дело вот уместить. А то тут черт ногу сломит, блядь, потом будет. До хрена всякой ёбы не понастроишь. Не хотелось бы просто на зеленуху там, не знаю, как-то залезать. Хотя, наверное, придется, я так думаю. Некоторыми вещами тут пользуются просто иногда один раз и все. Потом, блядь, сиди, вспоминай, что тебе для чего надо. Давай вот эту вот хуйню. Тащим куда-нибудь. Ну, так вот, в сторону. Хорошо то, что их по цепочке можно как гирлянды соединять, иначе тут бы была бы жопа вообще. Думаю, какие-то предметы можно собирать, наверное. Я не знаю, можно ли обратно их запаковывать, чтобы не мешалось. Так, распакуем. Так, вот она печка. Для печи нужна вот такая, по-моему, платформа. Ремесленный модуль. Так, давай платформу посмотрим, как сделать. Плавильная печь. Большая платформа. Средняя платформа, как замутить. Пять. Так, печку-то я сделал. Еще раз задание. Очистите латерит и получите алюминий. Ну, латерит я примерно помню, как выглядит. Надо сначала с платформой разобраться. Вот эта хрень платформу мне сделает среднюю. Да, вот она, смола нужна. То есть из простых ресурсов делаешь более сложные, как обычно. И она мутит, да, короче, сразу же. Я понял. Надеюсь, средняя подойдет. Мне не нужна будет большая платформа. В принципе, еще как вариант, каждый модуль можно просто переставлять. Правильно? Что мешает? Вот так вот сделать. Чик. А это мы сюда. Ага, вот как раз она и не подходит. Большая платформа нужна. Ямба. Забираем ресурс. Печка все равно мне пригодится, как ни крути. Стоять. Большая платформа, две смолы.
Все, я понял вас. Тут у нас есть что? Да, вот тут он, нычка. Сейчас сразу, не буду уже в радикюль себе засовывать. Начинаешь делать одно задание, потом тут же тебя, ну, переключаешься на другое. Там делали бы как-то последовательно, я не знаю, дали вот тебе одно задание, типа, ну, сделай, короче, печку, ну или там, допустим, захерась себе алюминий добудь. То есть ты должен сначала построить платформу, плавильную печь саму, найти ресурсы и потом туда захерачить алюминий, все, конец задания. А тут же они напердолили, короче, одно, другое, третье, инструменты. Камон, чуваки, я еще одно не успел. Вот это, я так понимаю, то, что это свет вдали. Откройте для себя камеру перехода. Пока я не знаю, но это странные какие-то конструкции. Ищем литий. То есть мне алюминий искать или литий, или что нужно для этого? Ну, как бы, пока ладно. Короче, инструменты мы пока нет. Ну, давай плавление металлов прям для себя отметим. Очистите латерит и получите алюминий. Все. Короче говоря, не отвлекаемся ни на что иное. Берем большую платформу. Ставим эту ебань куда-нибудь. Ну, допустим, сюда. Вилочки хватит. Бля, ну трошки же. Твою мать. Давай сюда. It's alive. По заданию у нас что? Очистите латерит и получите алюминий. Стоит там еще описание. Минералы часто можно найти в недрах скалистых участков и очистить в плавильнях. Лотерит, короче, надо идти искать где-то в недрах нашей планеты. Я не знаю, либо так забуриться просто, либо стоять. У меня сейчас кончается кислород. Да, придется, скорее всего, просто спускаться вниз, насколько это возможно. Если еще подзабуриться придется. Не фонтан. Сдается мне, не попаду я в пещеру. Хотя, погоди, что-то есть. Здрасте. Так, надо бы аккуратненько себе спуск занадыбать. Ать. Твою лаку. Все, вроде, соединил. Здесь вот склон надо чуть подубавить. Все, я смогу забираться. Ладно, это дело третье, в принципе. Дорогу-то мы найдем. Давай поищем лотерит. Что это такое? Это не лотерит. Не знаю, что-то свалили. Это, наверное, тоже какой-то охуевший ресурс. Это что такое? Что-то долбануло. Заебись, я подох.
Ну, хоть сохранилось это дело. Погнали до этого. Надо, короче, свой костюм найти. Тут такая хрень, короче, если ты подыхаешь, то ты должен найти себя самого потом. Все ресурсы будут там. Так, не взял. Вот, ну... А можно как-то это все сразу же к себе перетащить? Вот нет. Так. Да. Тут еще немножко опор. Это хуй тоже берем. Да ёпта. Ялся. Где? Собираю тут всякую херню. У меня тут, знаете, чуть горишка не кончилась. Бля, стоит ли эту шляпу долбить еще разок? Да, не взрывается, но, в принципе, если на расстоянии, то более-менее безопасно. Стой, это что такое? Так, сканируем. Что-то дали. Нужен лотерит. Это все, конечно, здорово. Всякие ресурсы. Блять, как вернуться-то? Вот эту штуку можно с собой как-то погрузить? Видимо, нет, да? Для изучения. Бля, это тут через жопу поднимался, что ли? Просто беда. А, и он, блядь, сейчас изданется. Вот, сука. Да не, тут, я не знаю, или бур нужен, или что-то такое, как-то раздолбить его на мелкие части, может быть. Могу его расхерачить? Нет. Не могу. Его если только с собой тащить. Бля, ну тут же мне не забраться. Нормально. Очень хочется эту каменюку как-то поисследовать. Он сюда куда-то. Да, вот тут вот проблема какая-то самая настоящая. Говорится, если не получается залезть, будем ландшафты менять вручную. Так, тут мы заберемся. Бля, где заход? Я потерялся. Я теперь по-моему понимаю, зачем тут эти веревочки у меня сделаны. Так, и вот тут вот уже более-менее поднимаешься. Тихо, тихо, тихо. Бля, ну уровень, конечно. Давай-ка попробуем нарастить. Вот так. Я вот думаю, есть ли резон, блин, просто пердолить сейчас за этим камнем. Просто чтобы он был. Либо заниматься уже конкретно. Бля, пиздец. Пиздец. Ладно, попробую еще раз.
Куда его тащить? Вот сюда, по-моему. Сейчас как ебанусь. Ай-яй, стой, камень, сука. Ой, да идите вы нахер со своим булыжником, блядь. Вообще не понимаю, как тут выбраться нормально даже. Да, вот так. Ладно, я приблизительно понял, короче, чуть-чуть не подох. Приблизительно запомнил, где он находится. Жопа какая-то. Кстати, надо бы выложить вот этот ресурс, который я собирал. База. Маячки, кстати, понятно теперь для чего. Вот эти вот синенькие. Чтобы не просрать салфит, короче. Чтобы не просрать какие-нибудь ресурсы и так далее. Надо идти искать, короче говоря. Как эта хрень там называется? Алюминиево. Вот рит. Давай посмотрим, как он выглядит. Я забыл, походу. Что, у нас костюмы новые появились? Ну, то же самое. Блять, а где они? Вот, ресурс. Латерит. Угу. Все, я вспомнил, короче, как он выглядит. Я его, кстати, вообще на этом, на поверхности собирал. Че они муму ебут? Можно даже не взорваться, это было. Просто пробежаться и поискать его хотя бы на поверхности, потому что тут можно очень долго копаться в недрах. Так ничего не найти, но полезно. Приблизительно помню то, что он фиолетовый такой, и как сталактиты, короче, растет. Ползыри. Угу. Потом я вот там искал, короче говоря, ресурсы. Ну, давай. Давай сюда. Стоять. Тут игра, в принципе, построена не на строительстве, а на, там, этот, именно на исследовании. Пожалуйста, еще одна. Какая-то возможная пещера. Сейчас я сюда сбегаю. Можно даже пособирать, что такое. Давай, просканируем. Хрен знает, может поможет. Кислородик пособираем, лишний не будет. Можно часами просто по этим пещерам шароебиться. Так, вот тут лотерита я не вижу. Знать бы где-нибудь. Опа. Опа, Степа. Ну давай, короче, вот мы сейчас сюда как раз и спустимся. Где у нас кислород? Эй. Вот они, опора. Чик. Чик.
Чик. Чик. Собираем. Походу, пещерка-то глубокая. Все, кончились. Ни хрена, я так много уже израсходовал, что... О, блядь, даете. Мутим. Тихо, блядь. Все, я упал, короче. Вон аж откуда. Блин, ну и что делать-то? Как назад-то подняться? Я еще ниже спускаюсь. Бля, времени в обрез вообще. Так, как вариант. Да, я не успею просто. Я пока так точно не успею. Ну, блин, я не умею просто так точно пока делать эти. Народа тут полно, но только он не свяжет меня с основной. Ладно. Придется подохнуть. Брат, надо же было так долбануться. Все, теперь пока свой труп не найду, придется что-то думать. Ну там хватает кислорода, кстати. В какую сторону там-то? Плохо. Не знаю нахрена, но пригодится. Байты. Байты нужны. Вот ничего. Нет, не надо. Плохо то, что долбанулся. А я думаю, нахрена, в принципе, мне сейчас искать свой вот этого, свой рюкзак. Там же вроде ничего такого и нету. Опоры, вот ерунда. Короче, не обязательно, но мы все равно сейчас в эту пещеру спустимся. Может быть, там есть этот лотерит. Пылесос есть, все на месте. По ресурсам так это херня. О, кстати. Ну, блин, придется каменюку тащить обратно. На исследование поставим 10 минут. Охренеть. А если я просто вот ее выкидывать так буду? Не знаю даже, как быстрее бежать-то тут. Там вот эти байты, там, короче, 2000 байтов не надо на этот. С одного камня там нормально прилетело, косарь примерно. Че тут устанавливаешься?
То есть еще одна побочка с этим камнем будет решена, я думаю. Чуть-чуть бы побыстрее, я был бы так счастлив. С камнем неудобно перемещаться. Вообще никак на скорость ничего не влияет. Так, медленно. Медитативная такая игрушка местами. Прям вообще. Спокойная музычка, никакого экшона, короче. Вот копаешься себе спокойненько. Кстати, я вот начал замечать, то, что там часто такая хрень поменяется. Ты серьезно, стоять? Дайте камень мой. В играх-песочницах часто применяется вот именно такая медленная, спокойная музыка, чтобы ты порелаксировал. Блин, я камень просрал. Иди сюда. Все. По прямой сейчас добираться долго. Но дело того стоит, этот камень обязательно надо изучить, потому что в округе пока других я не встречал. Чуть-чуть срежу путь, я думаю, кислорода мне хватит. Вот, конечно, прям вот эти опоры, вот где ты бегаешь по всем траекториям, в твоих интересах выставлять. Чтобы они прям... Куда бы ты поблизости не шел, чтобы... Так... Все, пошло исследование. Да? Да. Можно спокойно вернуться. Идти искать флотерит. Вот это у нас что такое? Графит. Если я правильно понимаю, тут каждый ресурс вам когда-нибудь да пригодится. Блять, я застрял опять. Короче, я себе могилу тут, походу, копаю. Давай. Наращивать надо. Чё, никак? Да вы серьезно? Бля, вот зарылся. Опять нет, труба. Ну ладно, тут он опять пустой, ничего полезного я не нашел. О, пещера с модулем. Хана, умирать он будет, я чувствую, часто. Главное, чтобы у тебя персонажа ничего полезного не было с собой. Так можно дохнуть, сколько влезет. Ну, я тут вижу то, что сколько можно в каждую пещеру, короче, попасть, но не с каждой можно выбраться. Потому что я вот сейчас провалился, и просто я сам себя зарываю, она растит сверху. Как бы типа горы сделать не получается. То есть почти в любой точке у тебя может быть, в любой точке этой планеты может быть пещера. Ты можешь там закопаться,
Очень дохрена. И пещеры, эти планеты довольно-таки обширные. Плюс учетом того, то, что ты так по ней бежишь, хрен знает сколько. Конца и края нет. А если еще вглубь зарываться, то это вообще труба. И тут надолго. Приблизительно понятно, как тут. Надеюсь, это все в плюс пошло. Стоять. Вот он, лотерейт. Блять. Ну, опять то же самое. А ну что за подстава? Придется дохнуть. Вон тут еще глубже. Я пока спускался, уже подох. Надо как-то аккуратно доставать этот лотерит. Они специально, короче, сделали там пещеру с подъебочкой. Я ж там ничего не копал. Ты видишь лотерит, но проваливаешься куда-то в такую жопу. Это еще одна пещера. Стоять. Я сейчас опять оттуда хер выйду. Опоры бы. Где у нас кислород тут валяется? Блять. Нет, тут все херня. Надо, короче, набрать опор. Иди сюда. Раз. Ну, тут же. До хрена их, правильно? Опоры. Побольше их сделать, и надо посмотреть, что там в пещере. Все. Правда, я уже забыл, где эта пещера находится. Да и память, как у рыбки, походу, да? Вот она. Давай. Как он лихо едет, а? Все, тихо. Я ж туда потом не заберусь. Бля. Пещера большая. Все, пиздарики. Я просто сам себе потерялся. Пока быстро очень съезжал. А, и кислород просрал. Очень быстро съезжал, короче, и разорвал эти, как, ну, связь между опорами. Да, я потом туда не поднимусь. Понятно, там большой обрыв слишком. Пойдем все-таки вон в ту самую дальнюю пещеру. Надо посмотреть, как там аккуратно можно спуститься, чтобы лотерит этот собрать. Давай-ка, пока есть возможность, кислорода пособираем. Только что-то тут, по-моему, мало и больше, чем кислорода. О, наконец-то. Главное не свалиться. Не знаю, мне это смола пока. Смолы, короче, полно просто на поверхности. Ну да, с такими большими пещерами джетпак — это отличная штука. Прям тебе взлетать будет очень круто.
Так, теперь здесь, короче говоря, аккуратно спускаемся. Угу. Мне не нравится, когда он начинает съезжать. Так, нарастить я тут смогу? А, у меня это как он. Все, понял. Надо ячейку вот эту, контейнер, по-моему. Нужна смола, чтобы наращивать. Пошли смолу искать. Вот он. Да, просто одно, другое, третье. Каждый ресурс. Собрал. Собрал. Что, еще надо? Блять. Все, надо возвращаться. Не опора. Что делать? Придется возвращаться, чтобы сделать контейнер, потом собрать почву и эту почву уже применять для наращивания, чтобы добраться до этого лотерита. Не думал, что так один ресурс так будет сложно собирать. В какую сторону? Я же где-то тут бросал его. Там вот он, целая ячейка. Все. Так. Поры нет. Малый принтер нет. Упаковщик, удлинители, маленькая батарея, рабочий фонарь, маячок, малый генератор, малый контейнер. Вот он. Все. Возвращаемся с пылесосом. Как он бурит лихо. Органика нахрен сралась. Мне почва нужна. В смысле связь прервалась? Блять, уронил один. Да, копать надо аккуратно. Все, контейнер заполнен. Органика не нужна сейчас. Собираем. Чувак. Все, погнали вниз. В принципе, опор еще с 10 стоит. Блять. Чуть я опять не долбанулся. Вон он, где подстава это. Сколько раз тут падал. Так. Он что, сволочи делает, да? Плоховато видно. Но очень хочется этот сраный ресурс собрать. Именно вот здесь. Так, пройду? Наверное, пройду. Так.
Я думал, сейчас мне его навалят тут как следует. Да. Ну что, большие залежи салфита. Не знаю, нахрена он мне. Ай, салфит. Чем мне тут салфит? Я потерялся. А у меня сейчас еще. Я совсем забыл про кислород. Тихо, 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 на вот сюда, вот сюда. Ну давай, 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 мужик. Дыши, блядь. Есть. Нужен латерит. Давай-ка мы вот эти вот сульфид, короче, здесь повыкидываем на случай, если я просто не смогу вернуться. Так. Я там, наверное, не смогу вернуться. Как бы мне этого не хотелось. Давай-ка сбегай сюда. Нет, мне кажется, ничего не будет. Надо забуриваться. Прям забуриваться вниз. Пещерку бы еще подходящую тоже найти. Было бы вообще в тему. Спрот кончается. Пойдем, что делать? Да я... Сука, вот эта горка, блядь. Просто жопа какая-то. Тут же можно очень быстренько подохнуть. Все? Я закрыл эту дыру? Почти. Все, вроде запаял. Мы посмотрим, как можно тут выбраться. Если сюда падаешь. Да, высоко. Все, мне не выбраться опять. Порог кончается. Кончается кислород. Чувак, живи. Все, да, почти выбрался. Давай, давай, давай. Слушай, мне бы фонарик, конечно. Как у нас тут фонарик делается? Фильтры кислорода, опоры, упаковщик, удлинители, рабочий фонарь. Что для этого надо? Хер знает. То ли смолу, то ли соединение, но я его делал. Давай вот так. Тихо, тихо, тихо. Обратно. Блядь, взял, скатился опять. Ну-ка, вот тут соединим. Все. Я в пещере. Та-та-та-та-та. Че такое? Блядь, ну вот опасно же скаться. Ты просто долбанешься туда и никогда не выберешься. Вот здесь вот я наращивал. Это я помню. Что такое? Почва.
Здесь кислородка. Стоять. Ну, в принципе, вот эти вот опоры, они и есть фонарями. Ну, как бы они в качестве фонаря, их можно же сделать. Фонарь. Не знаю, может, керамика какая-то, что угодно может быть. Так, мало генератор, нет. Контейнер, нет. Фильтр кислорода, опоры. Ну, пройдемся куда-нибудь. Сюда. Кстати. Инструменты плавления. 1800, еще 200, короче, и будет этот разблокирован. Хрен знает, может быть, даже тут и получится литий найти, кто знает. Латерит. Ищем латерит. Жестко и упорно. Вот это вот что за херня на ножке? Зеленая. Так, просканируем. Я не знаю, что это за ресурс такой. Но, возможно, он пригодится. Как тут до хрена кислорода? Прям бери, да собирай, да? Хорош. Две ячейки себе оставлю. Пойдем мы сейчас куда-нибудь. Шли вот сюда. Вот он, лотерит. Наконец-то. Опять опоры кончились. Вы серьезно? Давай еще одну. Латерита довольно-таки мало. Прям вообще практически нет. Ну что это такое? Я не знаю, может быть, стоит. Так, вот одна. Одна собралась. Так, два, три. Блин, надо было и там, наверное, порыться. Сколько у меня ячеек этого лотерита? Раз, два, три, все, четыре. Надо возвращаться. Если что, будем иметь в виду, куда идти, я уже знаю. Где у нас залежи лотерита. Надо просто копать, короче. Просто копать рядом. То, что есть. Будет счастье. Так. Подъем тут, конечно, через жопошный. Ништяк. Ладно. Пускай там пока будет. Вот эти штучки надо изучать. Я вот бегаю и изучаю. У меня добавляются вот эти вот байты. Да, вот они добавляются. Там за камень получается 800 где-то накинули. Плюс еще то, что бегаешь в этот, ну тут местами изучаешь, это хрень тоже накидывает. Сука, опор развалил. 2-3 штуки. Поры наши все.
прямой бы, наверное, да, удобнее было бы соединиться. Ну ладно. Неохота уже эти лишние опоры тратить. Пригодится. Так, латерит. Переплавляем. Включаем. А, включить, выключить. Я понял. Она у меня соединена? Соединена. Раз. Два. Три. Четыре. Включаем. Сейчас отсюда должна получиться лимишка. А вон там, походу, да, энергия уходит. Это, то есть, когда она как накопительный, короче, прибор получается. Если два таких поставить, то она просто шустрее будет заполняться, как бы, и у тебя всегда по электричеству просаживаться не будешь. Так, ну, взял я. Одну лемиху. Мы ее сюда вот даже поставим. Сюда. Задание выполнено, но я все-таки соберу все 4 алюминия, может быть, оно и пригодится. Я лучше вот выкину отсюда вот эту органику. Цветочков насобирать вообще не проблема. А от лотереи до этого приходится поискать еще конкретно. Ладно, пока ждем. Посмотрим, что тут. А, это плавление металлов. Так, забрать. Ну, что тут, средний склад. Слушай, полезная, наверное, штука, средний склад. Теперь уже. Плавление металлов. Все, выдайте ко мне. У меня же уже вроде и построен этот средний склад. Ну да. Нахрен мне еще один. Ну, не буду пока под него какую-то эту ставить. Две тут явно не поместятся. Подожди-ка. А вот здесь у нас... Походу, вот сюда можно ставить. Максим, ля перед сном само то игруха. Ну да, да. Прям вообще она, короче, ты просто сидишь и релаксируешь. Ставил? Даже склад? Ах, чуть-чуть не дотягивается. Вот так вот. Сейчас бахну. Короче. Включил. Ну да, вот здесь вот, в общем, можно даже две ячейки поставить, и будет ништяк. Можно вообще, по идее, но не ставить, не обязательно. Тебе все равно эти ресурсы, ты их можешь что на пол кидать, что они у тебя просто красивенько будут торчать в ячейках, так что походу. Сейчас последняя лимишка доработается. Будем смотреть следующее задание. Че, кого там?
Я бы еще фонарь, кстати, сделал. Хотя, в принципе, и так видно. И так сойдет. Все. Наплавил алюмихи. Может пригодится. Что там по заданиям? Инструменты. Нет, наверное. Авторуку можно сделать. Зачем? Складируйте ресурсы с помощью авторуки. Ну, блять, факторио какая-то начинается. Пиздец. Вольфрам. Как дохрена всякой поебени. Давай с инструментов хотя бы начнем. Может быть теперь. Разблокируйте, напечатать и прикр. Мод устранения для инструментов изменения рельефа. Попробуем вот это отслеживать. Модуль ускорения. Давай посмотрим. Так. Опоры. Принтер. Большой принтер. Камера для исследования. По-моему, где-то вот здесь он был. Модули вот эти ускорения. Бейнскот. Лайкосик за стримец. Удачного стрима. Привет, Бейнскот. Спасибо. Подожди, модификация бура, кстати, вот я могу изучить. Вот, модификация ускорения. Давай. Что для этого требуется? Малый принтер. Модификация ускорения. Синк. Сильва. Кстати, да, вот на этой планете цинк доступен. Блять, чё цинк искать? Ну серьезно? Цинк, одну штучку надо найти. Пойдем попробуем. Одну цинка, по-моему, если я не ошибаюсь. А, тут очень плохо видно, конечно. Увеличить скорость. Изменение рельефа. Ну, ладно. Цинк, короче, тут очень плохо написано, что он... Плохо видно, что написано. Но разобрать можно. Если очень захотеть. Давай назад в ту пещеру. В принципе, она большая. Можно там цинк поискать. Точно я на этой планете нахожусь. Хуй знает, как она называется. Планеты. Вроде она. Хер его знает. А вроде я на Сильве нахожусь. Точно я не знаю, но, наверное. Будем надеяться, что я там. Блять, туда бегу. Будем надеяться, что я там нахожусь и. Будем здесь искать цинк. В принципе, оно и по заданию тут есть. Йо, мне будут гравиботы какие-нибудь козырные, что я прыгал как Иисус. Йо, вот так. Йо. Либо искать какую-нибудь поебанную планету с этим, ну, в смысле, с херовой гравитацией. Штучки вот эти, кстати, надо... А, туда бежишь в одну сторону, или они вырастают, я не знаю. Бежишь в одну сторону, там они появляются, бежишь в другую, они опять вырастают. Пошли вниз.
это... Кира, походу, два хода имеет, кстати сказать. Давайте сюда. Что плохо? Там какие-то еще голограммы лежат. Да не, я ебнусь навсегда туда. Смотрим по астропедии, как выглядит цинк. Ресурсы. Кварц нет. Тут есть графен для любителей графики. Красивый. Вот он, цинк. Чищена фолит. Афалерит. Короче, нужен афалерит. Блин, тащить эту камень. Давай его хотя бы туда, ближе к выходу, отволочь. Если мне повезет и я выживу, я смогу его тогда на корабль доставить. А, он не пролазит, да? Застрял, блядь, как Винни-Пух. Сука. Так, пойдет. Ай-яй. Я чуть булыжник свой не потерял. И раз два, по-моему, я с ним смогу передвинуться как-то тут. Это с... без булыжника это с трудом хожу. Ай, блядь, я камень просрал. Дай камень мой. Тут ничего не вижу. Сейчас мы его допинаем. Сейчас аккуратно подняться. Да? Причем, держа в руках камень, я прыгать не могу. Отсюда весь геморрой начинается. То есть его надо брать, толкать от себя как-то и потом подпрыгивать, успевать, я не знаю. И с этим камнем я выполню до конца задание насчет этих собирания 2000 байтов. Ай-яй-яй-яй, не туда, не та дырка. Не та дырка, придурок. Я вот что думаю, надо посмотреть, где эта залупа. Ресурсы. Афалерит как-то назывался. Вольфрам. Афалерит. Это уже очищенный ресурс. Сфалерит. Вот он. Фалерит. И, по-моему, я его собирал. Сколько этого сфалерита, кстати, надо, блин, поднять. Давай еще наберем его, короче, пока этот дает
дает возможность такую. Вот он. Свалили же. Поделит. Вам набрать этих лишних дырок не наделать. Сейчас ёбнусь и умру. Все, валим наверх. Да, он дышать начинает, похоже, как будто, знаешь, это астматик. Отдыхает этот ингалятор свой. Чувак, давай. Блин, сколько всего можно в одной пещере найти? Просто куча ресурсов разных. Вот он еще свалит. Хочется все поднять. Ладно. Три штуки это сфалерита у меня есть. Стоять, Зорька. Не будем эту хрень изучать. Ну какая здоровенная луна пролетает с дикой скоростью. А что, оно руками? То есть... А что, так можно было, что ли, ты типа взять камень в руки и спокойненько себе это быстро перемещаться? Вот пидора. Я его толкал как-то через жопу. Так удобней. Ну, только ты не говори, что ты застрял. Все, подняли. Было бы прикольно, конечно, скорости добавить. Прям вообще было бы класс. Рекордосненько было бы. Еще и пещера, блин, полезная. Очень далеко находится. Сдавать не ближний свет. Туда забуриваться, там, наверное, вообще ничего нет. Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо. Ну куда ж ты? Старина. Старина, ну что ж. Так. А я уже думал, этот модуль спиздили. Все. Работайте, негры. Модификатор ускорения. А где его сделать? Модификатор ускорения. Это вот эта хрень, короче, да, у меня жрет энергию. Подожди, цинк, точно. Надо же его еще обработать сначала. Сфалерит. Вставляем. Раз. А нужен только один цинк. Так что. Выполнено только байт. Продвинутый набор. Блин, да. Задания просто, наверное, бесконечные. Только-только начало игры, а они тут. Вот так вот просто тебя зашвыривают задание. Сделал одно, тебе еще три прилетело. Хер знает, но. А зачем мне алюминий столько сделал, алюмишки? Мне она просто вот никуда пока не требуется. Сферит этого выкинем. Подожди. Модуль ускорения, да, все, я могу сделать. Я уже забеспокоился, думал, куда цинк-то делся. Столько времени на него потратил. Увеличивает скорость деформации, закрытие на инструмент рельефа для активации. Его как-то пришпандорить надо или что?
руководить-то? Или его надо просто в этом держать? Да нет, вроде так же все делается. Так. Вот они, как апгрейды эти, короче, лепятся, ни хрена. Прикольно ее. О, шустро. Да, скорость гораздо больше стала. Спрячем пукол пока. Посмотрим, что там по заданиям. Так. Бонус. Возьмем. Инструменты. Так. Это закончено. Напечатать бур. Я понял. Всего сейчас посмотрим, можно бур замутить. Так. Битера бур где-то тут был. Вот он, модификация бура 1. Керамика нужна. Керамика — это глина обработанная. По заданию. Модификатор бура для изменения рельефа. А, ну туда и собственно и захерачить как этот, как модуль, короче, поставить для этой хрени. Так, модификатор бура 1. Керамика. Смотрим по этой педии. Керамика. Она из глины. Все, на всех планетах она есть. Нет. Глина как-то по-другому должна выглядеть. Это глина. Цветочки. Органика набивается и все. Бля, где глину-то взять? Еще раз посмотрим, как она выглядит. Просто, скорее всего, ну, как коричневая, ебать. Все. Ресурсы, тут глина. Вот она просто как соединение должно выглядеть, только коричневое. Ну не знаю, в какую сторону сбегать бы, чтобы эту глину найти. Давай вот в эту сторону. Кислород вижу. Кстати. Оттащим-ка камень, пока есть он. Пока недалеко. Тут еще этот не наработал, да? Ну ладно. Закончить будем, бросим еще один. Вот это у нас глина, кстати сказать. Где-то я ее нашел все-таки. Одна. Сколько надо для бура? Попробуем, да? Одна керамика, ну обычно так было. Одна керамика, один бур, там вся фигня. Да, заработал Бухенвальд. Сейчас посмотрим. Ну керамика стопудово же.
бахамутиться. Так, батарея, фонарь. Где опоры? Генератор. Опор налепим чуть-чуть. Керамика. А я его не изучил, что ли? Ну точно. Все. Теперь можно. Сейчас как сделаем модификатор бура. Так, достаем Валеру. Сюда лепим куда-то. Все. Прям он очень крутой бур сейчас будет, да? Ну-ка попробуем. Ща как ебнул. Вау, просто выносит отлично. Так. Кстати, можно на больших расстояниях ресурсы теревонькать. Тоже хорошо. Ты еще обрабатываешь. Че он такой дикий-то? 4 минуты целых. Так, пойдем там что-то награды какие-то заберем. Так, инструмент готов. Центрифуга почвы. Напечатать трактор. Тракторы и прицепы нужны для перевозки предметов и ресурсов. Круто. Но давай посмотрим, из чего этот трактор-то делается. Принтер. Удлинители, может быть, здесь? Нет. Стой. Планетоход. Место приземления, малый шаттл, средний шаттл, большой шаттл. Стой, вагонетка. Планетоход, а нужен трактор. Трактор и прицепы. Кран. Нет. Перерывать приходится просто все, каждую эту поры. Блин, гидравлический джетпак штука, конечно, прикольная, но мне кажется, этот даже не на этой планете такие ресурсы будут. Принтер нет, не то. Авторука. Что такое интересное РТГ? Вот он, трактор. Алюминий две штуки. Немного, кстати. Напечатать трактор. Давай напечатаем трактор. Только на чем? Возим и перемещаем. Давай его будем отслеживать, это задание. Алюмишки две штуки. Где у нас алюминий? Алюминий.
Раз. Два. Кстати, что-то вот не очень затратный. Трактор. Максим, чего-то я аж залип, что спать перехотелось. Очень угарная штука. Этим я могу сказать. Я сам залип. А где-то трактор сделать? Может быть здесь? Большая платформа, нет. Принтер, плавильная печь, центрифуга почвы. Это можно забрать, типа, или сделать, не пойму. Камера, большая платформа. Блять. А где трактор? Где его сделать? Ну, слушай, он давненько уже грызет этот камень, я смотрю. И у меня уже вот почти 2000 байт с одного камня вылетело. Это хорошо, вот. Что такое? Центрифуга, почва. Давай распакуем. Ебаной. На нее большая платформа нужна. Не знаю, зачем она. Ну, так-то у меня по заданию давайте с трактором определимся. Потом будет центрифуги. Так. Где-то трактор можно замутить. Средний принтер. Может, на большом принтере? Большой принтер, да? Давай сделаем, что. Скорее всего, так. Если я правильно понимаю, то что каждый принтер мутит свою эту херню как-то. Сейчас тут поровнее сделаю почву. Блин, он. Прям на секунду нажимаешь, он уже, блядь, там строит всякую хуйню. И чуть подровнял. Было бы прикольно, если прямо вот равнину можно было бы делать, я не знаю как. И вот серую вот эту почву тоже обрабатывать. Не знаю, почему хочется вот, как в Дюне, короче, делать сначала синие платформы, серые, а потом на серые платформы ставить какую-нибудь херню. Полезно. Ну, в гадалки не ходи, платформа эта понадобится. Большая. Наверное, еще одна, чтобы печку уже не убирать. Один принтер делает большой принтер. То есть здесь маленький принтер. Вот он здесь стоит. На малом же принтере. Средний склад. Блять. Ладно, надеюсь, большая платформа мне пригодится потом. Делаем трактор. Пойдем. Взял херню это сделал. Я не знаю, может быть, конечно, она по-любому потом пригодится, но в общем я пока это все в сторонку буду составлять, вот эти вот вроде как нужные и ненужные приборы. Они почему-то мне все какой-то миксер, блядь, напоминает. Катается, что-то там валяется. Здесь не сломался. Так, где трактор? Давайте, суки, трактор. Я думал, блядь, сейчас трактор пиздец там будет, не знаю, очень большой. И чё? Как ехать на него?
Пиздец. Эй. Рабочий транспорт с встроенным сиденьем и перезаряженной батареей для буксировки органических ограниченного количества прицепов. Низкий расход энергии. А как мне его теперь отогнать-то? Ну, допустим. Эй, как управлять им? Я, сука, поехать хочу. Мне кажется, энергии не хватает. Ему батарея нужна. А я могу его как-то собрать теперь? Не то. Попробую так вот сделать. Шла зарядка. Максим, я так понимаю, нужна батарея и прицеп, чтобы много земли возить. Ну, земли или чего-то такого подобного. Так, как раз тут каменюк обработал. Так, ну батарея у него заряжена. Все, ёпта, поехали. Он зарядился, он на аккумуляторах работает. Ха-ха, угарная штука. Бля, улет. Ну, так-то он, в принципе, расходует неплохо. Я вот чуть-чуть проехался, уже три деления нет. Выходим. Сейчас позырим, что там по заданию. Но на таких тракторах, в принципе, что, кто мешает-то? Возить всякую дичь можно. Чуть-чуть припаркануться. Да ямба. Хорошо то, что... Жду. А ему чуть питания не хватает. А, батарея пустая. Все сожрал, короче, этот камень. Не хватает, что? Ну и хер с ним, короче. Надо будет зарядиться. Сейчас пока он особо не к спеху, я смотрю. Так, забираем прицеп и схему прицепа. Так. Сейчас мы... Я себе прицепик. Тут прям этот, как он, целый планетоход можно собрать. Тут про буровую установку что-то там трещали. То есть можно конкретно хреновину себе крутую собрать. Сюда нужна батарея. Прямо вот сюда вот прям поставить, наверное, да? И будет счастье. Соединятся они между собой вот этой штукой. Очко. В смысле, не хочет, что? Должен же соединиться. Это соединяется. А это не хочет. Принцип. Передвижная платформа. Для использования чего с тракторами и планетоходами. Можно объединять с модулями хранения для повышения тяговой способности. Модуль хранения, это же вот это? Нет. Нет, не он. А как его объединить-то нормально? Допустим.
Все, подсосался наконец. А вот я батарею не делал. По-моему, нет, да? Хрена я не делал. Мы посмотрим, что там по заданию. Так, авторуку. Ну, это для автодрочки, это понятно. Складируйте ресурс с помощью авторуки. Мастер распаковки. Вот эти вот модули, которые в пещерах валяются, вот это чтобы их вскрывать, короче. Набор для перемещения. Откройте и напечатайте упаковщик. Вкладывают объекты в ящики для упрощения их транспортировки. Ну, малый шаттер, генератор кислорода и прикрепить его к шаттлу. Это чтобы съебаться, наверное, да? В вольфраме. Получите вольфрам. Ищем литий. Набор. Разблокируй кислородный бак, силовые ячейки, силовые огни, динамит. Ёбаный, смешной. Как тут всего, блин. Давай подумаем, как батарею сделать все-таки для трактора. Это у нас что? Это же батарея, правильно? Маленькая батарея. Предмет для хранения энергии. Но если я поставлю сюда батарею, тогда у меня не влезет ни хрена больше. Правильно? Вот этот ёбань сюда помещается. Да. А батарейку сюда можно запердолить? Оп. Ща, подожди. Да, тут помещается две батареи аж целых. Я понял. Вот это мы подсоединяем сюда. Вот этого вот сюда. Соединение есть, короче. Вот это вот на родину вернем. Есть у меня еще одна батарейка. Не батарейка, а вот это вот. Херня в загашнике. Раз. Два. Отрываем ее отсюда, как от сердца. Сейчас мы батарею только сделаем одну, и потом будет ништяк. Чпок. Это у нас, кстати, что? Сфорерит. Это алюмишка будущее. Забацаем. Так вот, чтобы потом не ждать просто 10 лет. Тут у нас алюминий уже готов. Так. Батарея. Надо смотреть, короче, не маленькую батарею теперь, а большую. Генератор, слушай. Если сделать прям генератор на тачке, то она, по идее, сама себя будет подзаряжать, что-то такое. Может быть. Упаковщик нет, не интересно. Фильтр кислорода, кислородный бак. Нет. Контейнер нет. Фонарь, сигнальные огни. Прожектор. Малый генератор. Работает на органических ресурсах. Но на машине нет, это в принципе не надо. Все время его запихивать, травой его снабжать, смысла нету. Силовые ячейки, солнечная панель. Кстати, вот. Была бы медяха, можно было бы солнечную панель въебать. И типа пускай от солнца заряжается генератор. Ну. Ладно. Малая батарея.
большую батарею можно сделать? Авторука. Кнопка повтора, удлинитель, генератор. Охота, конечно, поэкономить ресурсы, сделать сразу же какую-нибудь большую или среднюю батарею. Подъехал, зарядил бибику и дальше поехал. Плавильная печь, центрифуга почвы, химическая лаборатория, конденсатор, блять. Платформу надо, конечно. Большая солнечная панель, стекло, медь. Блин, нет, столько ресурсов я сейчас даже... Я даже не знаю просто, где их искать элементарно. Стекло по-любому плавится из-за чего-нибудь. Расширенная платформа. Нет. Контейнер ресурсов, склад. Тоже не там. Вагонетка. Чё там? Сиденье большое для планетохода, по-моему. Кран. Туманный гон. Вообще без понятия. Сфера для отдыха. Убежище, автоэкстрактор. Короче, чем больше ты делаешь предметов, тем больше появляется, ну, как это собственно ожидалось, тем больше появляется в изучении. Ну, камон, чё, я не успеваю. Место приземления, большой шаттл. Да, короче, светит мне маленькая... Где это? Я потерял, блядь. Маленькая батарея мне светит. Я сделаю две штуки. Средний принтер, тык-тык-тык-тык-тык. Двигатель на твердом топливе. А может быть, он покатит и для машины? Или там нужна конкретная энергия? Пульная камера. Бля, где батарея? Она прям где-то уже рядом была. Средняя батарея. Литий и цинк. Да, но лития-то у меня нету. В принципе, найдя литий, по заданию три штуки лития, можно будет и вот эту штуку как бы зарядить. Ну, то есть сделать среднюю батарею, поставить сюда, и литий тоже пригодится. А мне три лития надо найти. Литий у нас. Тум-тум. Найдено. Ни хрена его тут нету. Вязание и новос горы. Тут нету лития. Ну висит. То есть надо в поисках лития лететь на другую планету. Вот так. Давай посмотрим. Короче, может быть, литий, как вариант, находится вот в этих капсулах, которые, ну, там валяются везде, в общем. Вот это вот Exodynamics. Две вагонетки дает.
на эти вагонетки пока непонятно. Посмотрим. Где мы этот распаковщик найдем вообще? Это все перерывать придется. Солнечная панель, ветротурбина. А, батарея. Все равно хочу цинк приберечь, короче, чтобы сделать потом среднюю батарею сразу же. Генератор кислорода, средний шлен на трубу. Там прям так и будет помечено то, что бла-бла-бла, экзо какой-то там динамикс. Всякой херни, ёбнуться. Подожди, платформа заказов. С собой рассметный модуль для обмена запрашиваемых предметов. Это не то. Близко, но не то. Это именно для обмена между игроками, скорее всего. У тебя есть это, у меня есть тот. Я запрашиваю ресурсы, ты мне их отправляешь с помощью вот этой херни. Экстрактор, что такое, хрен знает, это может быть как-то выжимать соки из растений, не знаю. Сенсорная дуга на вес XL будет. Блять, а где она? Была же эта еботина. Где-то я ее видел. Мастер распаковки. Разблокируйте исследовательское пособие. А вот где его взять-то? Просматривайте и следите за каким-то обучающихся исследовательских заданий Экса. Хера узнает. Давай другое. Возим и перемещаем. Напечатай трактор. А, ну это уже выполнено. Бы, конечно, прожектор какой-нибудь тоже не мешало бы. Сканируйте ресурс, складируйте ресурс с помощью авторуки, мастер распаковки, но это вот набор для перемещения. Откройте и напечатайте упаковщик. Неизвестность. Напечатать малый шаттл, напечатать генератор кислорода и прикрепить его к шаттлу.
Вольфрам. Отправляйтесь на Дезола или Калидор на поиски вольфрамита. Для изучения больших батарей нужен литий виз с Византии и Новуса. Но это другие планеты, короче. То есть у меня получается все постройки, которые имеются, они у меня будут на этом. Они у меня будут на одной планете. А на другой сосите, короче, да. Центрифуга почвы для извлечения природных ресурсов из почвы. Расписание распечатать особо большие предметы. Слушай, ну тогда этот какого, наверное, надо замутить большую платформу. Трактор нет, прицеп нет, упаковщик, графит. Блин, а графит у меня, кстати, где-то был. Графит где-то был. Малый контейнер, рабочий фонарь, средний принтер, генератор кислорода, удлинитель, разветвитель. Так, нет, там большая нужна платформа. Склад, силовой план хода. Трактор. Прицеп. Нет, не здесь, значит. Давай к среднему принтеру. Большой принтер нет, печь нет, центрифуга почвы, но она у меня уже сделана, камера исследований. Вот платформа заказов Экса. Малая керамика. Так, большая платформа. Две смолы. Пойдем сейчас быстренько нароем. Чпок. Это у нас что такое? Какой-то цветок часто попадается, не знаю зачем. Так, две керамики надо. А, две смолы. Тин-тин-тин. Не сюда. Нет, кислород кончается. Вот. Требовалось доказать, короче говоря, если есть какой-то рядом ресурс, просто покопай немного глубже. По-любому найдется еще. Или нет? Так, кислорода нету, ни хрена. Где керамику тупить, блин, смолу. Она еще немножко-то осталась. Все, две смолы. Шли назад. Сейчас замутим платформу, короче, вот. Наверное, даже две платформы для принтера. Просто поставить хуйню-то на ножки. Так, большая платформа. Да, вроде. То, что нужно. Да, да. Все верно. Трактор, наверное, подальше чуть-чуть отогнать, чтобы не мешался. Идет. И они спиздят. Кстати, по дырке нахуй зарыть.
Так, закопали. Ну, да, и тут пойдет уже. Нормально. Здесь можно еще, конечно. Ничего полезного. Ай, прорываю уже. Так, вот эта хрень пускай, короче, вот здесь стоит. Посмотрим, что она извлекает, какие ресурсы из почвы. Так, ну эту хуйню в руки не взять никак. Все. А, наверное, соединить надо с модулем основным. Чуть не хватает. Тут удлинитель, конечно, в самую в тему бы подошел. Все. Главное, с этой стороны оно подходит. С этой нет. Давай так. Все. Тут типа мы программу, да, вы должны вводить. Что добавлять? Соединение. Смола. Органика. Глина. Кварц. Ну, допустим, соединение. Смола. Слушай. Я понимаю, что это должно сработать, как бы, но... Что нам нужно по ресурсам? Что-нибудь извлекать-то, наверное, полезное все-таки надо. Ну, мне еще одну платформу надо, и будем на этом закругляться, наверное. Залиповая, блядь, игрушка. Просто. Одно, другое, третье. Все надо. Так, вон там смола. Бля, ебать, там туннель вырыл. Так, ну все, две смолы. Хватит это. Средний принтер. Большая платформа. Смотрим. Хотелось бы, конечно, это все дело красивенько расставить, но... Походу нет. Все. Дальше. Дальше не получится. Можно, конечно, просто в цепочку, просто эти все растянуть. Чтобы они по прямой были, ну, типа, подошел там, чик-чик. Что надо сделать? Что-то в этом роде. Можно и так. Тын-тын-тын. Давай вот эту штуку мы, наверное, все-таки здесь добахаем.
подключим ее вот тут. Надеюсь, хватит. Хватит. Тараканим. Миксер этот здоровенный. У него тоже какие-то модификаторы можно вешать. Или что-то ресурсы, может, какие-то. Не знаю, есть дырки, значит, можно что-то присоединять. Это я уже понял. Все. Что она делает? Большой принтер. Убежище можно сделать на нем. А, ну и все. Больше пока ни хрена полезного. Ну, за ресурсами, вот тут литий, вот допустим, эта хрень мне может литий добыть. Органика, глина, кварц, графит, аммоний. Ну, допустим, глина. Че не брат? Че не работает? Что ей нужно? Эй, работай, сука. А это совсем другая история, да, короче? Я не знаю, может быть, ей энергия нужна дополнительно. Почва требуется. Ну давай, пожертвуем вот этим модулем. Максим, нужно в него положить. Да. И чего? Ага. Я понял. Максим, чтоб заработал. Надо много туда положить. То есть извлекаешь вот эту пипку туда, к себе. Вот. Сюда. Потом достаешь. Эй. Достаешь, короче говоря, по вольеру. Начинаешь набирать почву. Дико дохуя, например, зарядил эту хрень, потом ёбаешь вот так, чпок, она все высосала, даст тебе глины. Какая, блядь, машина дикая. И чё, сколько ждать этого? Этого всего. Угу. Не знаю, зарядилось там чё-то, чё-то работает. Чё-то есть. Просто из почвы мы получаем глину, правильно? Несколько штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть этих клинов. Слушай, ну это много. Это прямо вордохуя. Если ты просто берешь как бы почву безжизненную, блять, безресурсную, и можешь из нее, допустим, намутить себе каких-нибудь дел там, типа глины, графита там, я не знаю, еще что-то полезное, то это клевая штука. Правда, ждать надо долго, да? Все, собираем. Чик, и у тебя глина с собой. Глину уже на керамику можно ебануть.
Так. Надо вот, вот эти штуки очень большие, чтобы были, и ты там подошел как бы и выбрал, что тебе надо. Из большого всего многообразия. А так по заданиям. Ну, тут руки хуюк и вот это вот все дело. Ладно. Вольфрам, литий. Это все надо искать. Возможно, даже добыть можно. Можно как-то. Но мне кажется, литий он тут. Хотя. Литий у нас из чего добавляется? Да, да, добывается. Ресурсы. Литий. Это... Максим, я так думаю, можно неочищенный металл и вообще чего-нибудь хорошее сделает. Ну, тут видишь, она... Может быть конкретно здесь, я не знаю. Но вот смотри, глина, кварц. Графит. Аммоний. Просто кислород, смола, органика. Вот глина. Я сделал кварц, графит, аммоний. Все. То есть самые простые ресурсы можно добыть. Литий хуй, короче. Сосите шнягу. Литий пиздуй в пещеру и сам добывай стопудово. Да, вот видишь, литий он как бы, ну, как лотерит. Вот из лотерита можно замутить алюминий. Слить я не знаю что, ну наверняка что-то можно. Так, углерод, органика, ну. Еще сложные металлы дальше идут. Пиздос. Конкретно надо, короче говоря, действовать по заданиям. Ну, типа вот, отправляйтесь туда, вот литий, тут тоже. Вот вольфрам, и ищем литий, и это другие планеты. Причем, тут две указаны, и тут две другие указаны. Продвинутый набор исследователя. Силовые ячейки, динамит. Найдите одну из странных конструкций, проецирующих столб света. Это, возможно, основная вот задача на каждой планете по такой штуке найти. Они, типа, там должны в ядре находиться. Ну, ближайшее тут только вот руку сделать. Мастер распаковки, вот этой тоже. Набор для перемещения. Упаковщик замутить. А потом уже надо как-то малыша толмутить. Напечатать генератор кислорода и прикрепить его к шаттлу. Двигатель. Локеду надо мутить. Лететь на другую планету, чтобы вот эти два задания выполнить. Ну и все в целом. Больше тут ничего пока не сделаешь. Так, чисто 2-3 побочки, ну типа с рукой, короче, и так далее. Замутить и все. Прикольно, только вот видишь, как бы оно тут частями все набросано, потом бегать, вспоминать, что у тебя за какой прибор, за что у тебя отвечает. Что это такое? Требуется пластик. А, ну это чтобы большой этот сделать свой. Вот это такой контейнер, короче. Где ты можешь плющить харю и передергивать свою астрофизическую пипиську. Ладно, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.